На участке размером с матрас эта машина под названием FarmBot высаживает семена овощей. Аппарат способен контролировать влажность почвы, регулярно проводить полив и прополку всходов. FarmBot – это новая самостоятельная сельскохозяйственная система, разработанная для небольших хозяйств. Наш клиент – продвинутый, технически подкованный человек, который хотел бы выращивать свои продукты, но у него на это нет времени. FarmBot уже поступил в продажу онлайн, и почти 300 покупателей по всему миру сделали предзаказы. В ближайшее время они получат коробки с деталями. Чтобы собрать самому робота, нужно примерно 8 часов. Если вы умеете пользоваться отверткой и читать инструкции, то вы без труда сможете собрать FarmBot'а. Детали робота изготовлены из алюминия, нержавеющей стали и пластика, напечатанного на 3D-принтере, поэтому FarmBot может работать во влажных условиях. Одно из важных достоинств аппарата в том, что с ним можно экспериментировать и настраивать под свои задачи. С помощью компьютера владельцы смогут разрабатывать индивидуальные программы по садоводству. FarmBot легко скользит по подвесной раме и автоматически выбирает из нескольких доступных инструментов – инжектор семян, система полива или экстрактор сорняков. Арсен лично проверял робота на своем участке. Мы вырастили швейцарский мангольд, руколу и шпинат. Мы также собрали урожаи брокколи, капусты, свеклы и пастернака. В общем и целом нам удалось получить 65 видов культур и в неплохом объеме. Пока что FarmBot продается в одном варианте модели стоимостью $3100. Однако его создатели планируют выпускать новые аппараты, способные обслуживать небольшие коммерческие теплицы.